Североатлантическом союзе готовятся к войне. Страны НАТО впервые со времен холодной войны разрабатывают секретные военные планы, чтобы быть готовыми к потенциальному конфликту с Российской Федерацией. Фундаментальное различие между управлением кризисом и коллективной обороной заключается в следующем. Не мы, а наш противник определяет временные рамки. Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент. Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО. НАТО на протяжении десятилетий не видела необходимости в разработке крупномасштабных оборонительных планов и, по сути, ничего в этом направлении не делали. Но сейчас, когда самая кровопролитная война в Европе с 1945 года бушует прямо за ее пределами в Украине, Альянс начал военную подготовку. После 91 года непонятен был смысл функционирования, существования вообще блока НАТО, поскольку он создавался для противодействия Советскому Союзу. После распада его как-то смысл НАТО перестал существовать. Ну, как бы, в чем смысл военно-политического блока, если якобы вот нет врага? После того, как началось широкомасштабное наступление России, все в НАТО начали сильно просыпаться. Причем просыпаться в первую очередь начала Восточная Европа, потому что им страшнее всех было. По данным международного агентства Reuters, утвердить тысячи страниц секретных военных планов планируют в июле этого года во время саммита лидеров НАТО в Вильнюсе. Рассматриваются разные сценарии. То есть сценарий А, сценарий Б, сценарий С. В том числе, наверное, рассматривается сценарий, а что будет, если у США не будет возможности поддерживать страны НАТО. Ну, например, будет конфликт вокруг Тайваня. Работа военной машины, военно-политической машины. Что мы будем делать для того, чтобы то, что какой внесок будет делать, какие страны европейские кого посылают туда, что есть, какой у них военный потенциал. В каком состоянии находится авиация, например. По оценкам официальных лиц НАТО, для полной реализации планов потребуется несколько лет. Хотя они подчеркивают, что при необходимости Альянс может немедленно вступить в бой. Мы уже сейчас понятно, что несопоставимые потенциалы. То есть потенциал НАТО конечно же, Соединенных Штатов Америки, это, знаете, не просто небо и земля, это вот земля и далекий космос, условно говоря, во всех отношениях, да, то есть преимущество натовских стран, оно просто огромное, как на конвенциональном уровне, это еще Путин понимал, что на конвенциональном уровне они не могут с ними соревноваться. Альянс также намерен согласовать модернизацию вооруженных сил и материально-технического обеспечения в странах-членах НАТО. Они демонстрируют силу, они дают понять россиянам, что никто уже никаких красных линий не будет, никто вам позволять себя так вести не будет. Плюс, конечно же, это все благодаря украинскому народу и украинской армии. Украинская армия показывает, что можно бороться с россиянами, их можно побеждать, что самое главное. Система Patriot, вот, которая сейчас сбивает гиперзвуковые эти ракеты, она обнуляет в том числе военный потенциал Российской Федерации конвенциональным оружием. Они же говорили, что это недосягаемо для в том числе современных систем ПВО. Украина показала, что можно построить систему ПВО, которая будет работать со 100%, еще раз, 100% результатом. Показала и будет показывать, как нужно бороться за свою землю и свою родину. Украина держится и смело сражается с врагом, доказывая всему миру свою силу и непобедимость.